Всем привет! С вами ITBoom, и в этом ролике я вам расскажу, как избавиться от ошибок 2203 или 1603 при установке программ. Это такое случается на новых операционных системах по типу Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Лично я не сталкивался, может быть, такая проблема возникает и на Windows 7. У меня данная проблема случалась при установке Skype и Sony Vegas Pro. На сайте Skype или на других форумах есть много ответов, но они, к сожалению, неверны. Я искал решение этой проблемы ровно 21 день, это 3 недели. Ну, если вы также можете найти, как ее решить, то это видео именно для вас. Итак, приступим. Мы открываем панель управления, раздел «Система». Нажимаем на вкладку «Дополнительные параметры системы». Выбираем переменные среды, вот эта кнопка. И тут есть переменные «Temp» и «TMP». У вас должна быть на диске C папка «Temp». Если у вас таковой нету, то вы просто создаете новую папку с таким именем temp. И если у вас тут путь указан не так, как у меня, через user profile или просто очень длинный путь, то вы должны поменять 4 значения переменных. Temp, TMP, и внизу в списке есть точно такие же переменные. Temp и TMP. После того, как вы поменяли, и у вас так все, как у меня, нажимаем кнопку ОК, ОК, закрываем все окна и нажимаем на установочный файл. После этого у вас не должно возникать таких ошибок. Если я вам помог, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока. We'll be right back.